ты уже тут? А как ты тут? Ты по телефону сказал, я только выхожу из дома, или мне показалось? Ты чё? Ты стримишь? Ну да, сейчас я охуй. Ля, как круто! Это кто? Хуиз? Да. А это кто? Дайте ставик. Да, ща. Я захожу как проститутка в номер. Ого, как у вас тут классно! Ой, бля! Я так же, кстати, первый раз сделала. Привет. Как после секса. А его и не было толком, ничего себе, не понял. Грустно. Еще и зубы в помаде. Так, чат, смотрите, обзор на холостяцкую хату. Блять. Не, фига у вас, кстати, классный номер, мне нравится. Телек такой лакшери, условия, один типа диван, второй, и по факту класс. Что лучше, на айфоне качество или на... Что там за телефон? Xiaomi. Все, я иду показывать ванную. Вот это кто? Хузис. Кто это? Привет. Вот, значит, ванная. Эх, не хватает перчаток и ультрафиолета. Черкаш какой-то вижу. Ваня. Ваня! Я даже не могу разобраться. Нет, Ваня, нет! Жесть, у меня страшно, ты меня еще изнасилуешь. Да, Ваня, открой. Да ладно, я тебя не боюсь, блядь, что ты мне сделаешь. Ладно, я туалет не буду открывать, на самом деле, я боюсь. Я сама кого хочешь изнасилую. Раз, два, три, четыре. О, Ваня! Ваня! Ребята! Я боюсь, блядь, реально, пиздец, меня еще изнасилуют тут. Не, ой, да, блядь, да кого ты изнасилуешь, господи, боже мой. Ваня, Ваня, да не видно ничего. Здорово, я хочу рассказать вам про новый режим на Hell Story, Coin Flip. Играешь против реальных людей или можешь сам создать игру. Подбрасываешь монетку и с шансом в 50% забираешь в 2 раза больше. Сейчас я все покажу, заходим в первое попавшееся лобби. Тут скинов у нас на $18, я вкидываю столько же и мы играем. Как видите, я выиграл, с шансом 50%, потому что фортуна сегодня на моей стороне. Так, ну что ж, скинчики я выиграл, теперь их можно моментально вывести. Не забывайте, что также на Hell Story есть классический режим, постоянные розыгрыши и акции. И самое главное, мой промокодик, Chilling, вы получите халявные 60 центов, без депозита. Залетайте по ссылке в закрепленном комментарии и попробуйте сами. И про мой промокодик не забудьте. Вот мы остались одни. Что он делает? Ты чё там наливаешь? Ваня, Ваня, у меня ребята знают адрес и знают номер. Ебать. Да я знаю, что Zoom, но, блядь, ну я ничего с ними не сделаю, мне придется. Ай, что ты мне тогда показываешь? Мне придется. Чат, мне придется перезапускать приложение. Перезапуск не помогает. Это еще Сочи у меня. Привет, Вить. Ты в рубашечке такой. А я, блин, в спортивном костюме. Так у меня спортивки тоже. Ну, не особо сочетается, Вить. Чат, ну оценивайте лук Витька по 10 балочке. 10. Ого, ничего себе. Вот мы с тобой зашли. Вот мы с тобой зашли. Ты такой, ну, у тебя такой. Вот, твои действия. Раздевайся. Так, Афаня, то есть ты приехала к нему в отель, получается? Не, ну он привел свою девушку, ну, допустим... Судя, сколько вы встречаетесь? То есть месяца 4, у вас, грубо говоря, годовщина. Месяца 4, ты уже должна быть раздета, я не знаю. Ты что, охренел вообще-то? А как же приличие? Как же дать... Какие приличия? Как же прежде, чем дать пройти огонь и воду, познакомиться, узнать друг о друге? Сразу секс? Так ты в отель приехала. Знаете, это сцена, ребята, из мема. Можно я пойду, ребят? Просто сижу, снимаю. Я думаю, честно, пацаны не отказались бы от какого-то танца. Можно даже не пошлого, просто какой-нибудь TikTok батл. Давай. Давай. Блин, я пацаны, знаю, за вас. Я все песни знаю только с тверком. Ну, слушай, ну, так совпадение не думаю. Так, ну я снимаю. Готово? Давай. Давай, сейчас. Ну, блин, здесь... Что я ни хрена не понял, это все что ли? А вот это, кстати, я не знаю, я бы не засчитывал, потому что это троллинг какой-то, похоже. Мы же знаем то, что ты умеешь танцевать, ты вообще не станцевала. Там танцуется более пластично. Ты как-то просто, типа, как будто легла на пол и все. Слушай, мне понравилось. Мне кажется, немножко, конечно, честно, не могу поставить 10 из 10, потому что в конце Арина немножко забыла, мне кажется, танец. Но это... Это гарантированное 8 из 10 от меня конкретно. Гарантированно. Твердая 8 из 10. У меня вообще сложно 8 из 10 заслужить, Арина. Это высокая оценка. Вау. Ну, это крыса, да, называется? Они вообще не дерутся. Блин, они жестко дерутся. Подожди, давай. Офигеть, они очень жестко дерутся. Блин.
Все, короче, да. Я чувствую себя каким-то необычным оператором. Какого-то шоу 18+. Я реально прочувствовал, как чувствуют себя операторы. Давай пускай чат будет перерабатывать, мы поедем. Чат, куда ехать? Давайте только туда, где не надо много ходить. Мы сегодня за день, ну, до хера прошли, реально. Я бы выпил бы чего-нибудь. Ну, не алкогольного, естественно. 100+ в чат, я отпускаю ногу. ЧБ топ, спасибо, брат. 500 рублей, Твилли, мой подписчик. Спасибо, Твилли, большое тебе, брат, ты лучше. Блин, ребят, я немножко... нормально более-менее. Бля, я себя снимал, он ой, блин. А помочь, Вань? Да ладно, сам... я... пусть сама выбирает. Помоги, что? Помоги, Ваня. Кто ломится? Это кто? Нормально кровать? Охуенно. Ну долго, да, на такси туда, брат? Арин, я, может, поддержал бы, если бы я зал бы ходил, и у меня башка бы не болела, и вообще мне домой уже пора. Прикольно, классно. Это у нас называется сценка. Это, кстати, знаешь, есть такая поза, если не ошибаюсь, в йоге. Называется «Мертвый тюлень». Очень расслабляет. Диман по делам звонит. Что его сказать? Я знаю, где он, но я не скажу. Я тоже знаю. Где? Где? И что он сказал? Он мне сказал, где он. Где? И с кем? Прям сказать на скидку. Давай, давай. С кем он? Давай. Я знаю, с кем он. Давай. Скажи. Я тоже знаю, с кем он, если он с кем. Кровать. Нет, скажи. Ну, я разрешаю, говори. Короче, ребят, они врут, кровать просто забайтил. Я не могу чату наврать. Пацаны, я за вас всегда, вы знаете. Не, Ликс, на самом деле, он просто базарит по хате в Сочи, это вроде не секрет, на 9 этаже, все. Так, а такая инфа была. Ну, они в Сочи едут. А вы понятно, что какого числа? Нет, где-то в октябре. Я в Сочи тоже, кстати, поеду, ну не на месяц, но дня на 3. И я. Целуй. Горько. Хрена онлайн что-то бешеный, 17500, охренеть. Не, ну, три пацана, одна девушка в номере, типа, ну, по факту. Не, без шуток, контент вообще топовый. Добиваем до 20, и мы все раздеваемся. Пора бы уже признать, что просто наше присутствие здесь всех четверых вместе, это уже контент. О, бой подушками! А куда ты убежала-то? Ты хотела контент? Но, Ебать! Бля, пацаны, да поставку поставлю, я сейчас вас тоже разъебу. Подождите, нахуй. Какой, блядь, да какой будет подушка? Блядь, у меня голова еще, кстати, болит, да? Не, ну бейте, ладно. Я берсерк, у меня... Блядь. Бля, ебать, Витёк нахуй разошёлся. Бля, два на одного, я что, блядь, вам босс какой-то, что ли, ещё? Бля, крепайте, блядь, пишите администрации, блядь, буллинг. Туда её. Добивай, как UFC, строго добивай. Всё, блядь. Сука. Ракурс нормальный, ребят? И на кровати кровать. Тебя дышит, задыхается. Блядь, я 1-3 махал тебя, попробуй, блядь, 1-3 выйти против кого-то с подушками даже. Обосрёшься. Да мне смешно, блядь. ЧБ, красава, мамки, спасибо. Вот нормальные люди, блин, кто шарит, пишут здравые вещи. Не, вообще, по факту у меня, кстати, башка болит. Я бы мог бы побольше подраться, реально очень голова болит. Бля, слышал, дверь открылась, что-то страшно стало. Блядь! Ой-ой-ой-ой-ой-ой, все, а все, из нее не выйти, это как змея. Она окутала, вы понимаете, она с каждой секундой становится все сильнее. Ой-ой-ой, это, кстати, гачи. Сука, ты что-то сзади пристроился, блядь. Кровать нашел точку G. Давай, Дима. Диман, блядь, кровать, смотри на график, блядь. Ни хрена себе, ребята, а вот такое только в цирке можно увидеть. И у нас на стриме. Сейчас он назад, блядь. Я могу сзади поддержать. Ой, я у меня спина убрать не вскрою, ты что? Я не дергаю. Не, ребят, ну, пожалуйста, осторожно, а то будет минус цирка плюс больница. Да, руку. Ваня. Что ты делаешь? Я тебя жду. Да? Да. Ты чистенький? Чистенький. Писю мыл? Мыл. Угу. А я вот грязная. Нравятся грязные девочки? Не знаю, я не пробовал. Ваня, вот смотри, вот ты любишь больше Наташу, чем меня, а вот я тебя вообще-то... это. Ты меня снимаешь или кого? Да. Я это... Это я тебя выбрала, я к тебе приехала, не Наташа. Наташа там с Сережей и с другими. Ну, может, все изменить? Не ценишь ты меня, Ваня, не ценишь. Не можешь показать просто, как моются, блядь, люди? Просто, блядь, вот это покажи, пожалуйста. Я пойду сам посмотрю. Ты что, здесь на полу валялся, что ли? Знаешь, есть даже тиктоки по этому поводу. Ты ему еще ноги вытирай перед тем, как... Я не знаю, что ты делаешь. Ну почему, блядь, шампунь вот здесь? Объясни мне, Ванёк, почему вот здесь шампунь? Чисто пол помылось. Блядь, как? Как Дима говорит, прям боссом бачка такого, прям босс. Да дебись ты от меня на коленке. Охуёк, ты торчишь. Да иди нахуй. ЧБ, тут все пишут, много пишут. Сердечко, обними, каравай, сердечко. Обними, пожалуйста. Вот так всегда. Есть третий лишний. Не, знаете, как в компании чисто целуются одни, да, и одна такая соло, бля, сидит. Ой, на самом деле, Вань, ты меня используешь. Сука, падла. Ради медиатрафика. Ты, блядь, ты выбрал Наташу.
Наташу изначально. Я не буду с тобой. Я не буду с тобой. Ты меня, ты пользуешься мною. Знаешь, потому что Наташи потому рядом что... нет, она с другим парнем. Она была свободна. Mm. Она была свободна, а у тебя был каравай. Поэтому я не. Ну, так и было. Меня бы хейтеры сожрали. Чилы бы схавали. Ну, правда. Я что буду у друга? А Наташа была полностью свободна на тот момент. Полностью, причем во всех планах. Пить. Ты ни один план не использовал. Че грустишь? Окей, чат, кем я смотрюсь лучше всего? Вот есть Ванечка. Ой, вот так, есть Карабусечка. Не-не-не-не, бля, я, блядь. Каравай, ты чё, ты должен бороться, братан. Хорошо, борусь. Ебать, ты захват сделал, кстати. Как я в прошлый раз, блядь. Не, каравай, на самом деле я тебе готов руку пожать. Я тебе как сегодня сказал, что хочешь взять, бери. Надо брать свое от жизни, все. Красавчик. Ну ты выбрал не все, ты выбрал именно это, ты красавец. Реально респект, каравай. Держите ее нахуй со всех сторон просто, и все. Все, блядь, я осталась девственницей сегодня, слава богу.